зрители, зрители! Я рада приветствовать вас в очередном выпуске познавательной и занимательной передачи «Культ Просвет». Меня зовут Екатерина Старосветская, и, как всегда, я постараюсь дать вам много новой и полезной пищи для ума. Так что не переключайтесь! Сегодня наш эфир будет полностью посвящен памятной и грандиозной дате – 71-й годовщине Великой Победы. Недавно я познакомилась с выдающимся человеком, военным журналистом и поэтом, автором многих популярных песен, ветераном вооруженных сил, полковником Валерием Калинкиным. Его многие проникновенные стихи обрели бессмертную жизнь в музыкальном направлении. Вместе с композиторами Александром Морозовым и Леонидом Печниковым он создал много ярких и патриотичных песен, которые очень часто звучат на главных сценах России. О своем творческом пути, о безмерной любви к родине и памяти военных лет Валерий Михайлович расскажет в рубрике «Даешь интервью». Итак, знакомьтесь, пожалуйста. Валерий Михайлович, добрый день. Очень приятно и символично, что встреча с вами, доблестным офицером, происходит здесь, в Доме офицеров. Расскажите, пожалуйста, чем вам запомнились первые послевоенные годы? Ну, сначала спасибо за несколько завышенный эпитет «доблестный». Я считаю, что доблесть, она там, на рубежах 70-летней давности. Вот там доблесть, там отвага, там чувство Родины. Там чувство необходимости за эту Родину отдать все, вплоть до самой жизни. Как говорили в былые годы, не жалея живота своего. А первые послевоенные годы, вот когда меня спрашивают об этом, я могу ответить коротко. Первые послевоенные годы – это начало моей мечты стать офицером. И не просто офицером, а офицером-военным журналистом, кем я впоследствии, собственно, и стал. Первые послевоенные годы – это мальчишеская память. Это память о моих деревенских соратниках, бросающих, уж простите, камни в пленных немцев. Память о наших красноармейцах, которые нам мешали это делать. И правильно делали, что мешали, потому что, ну, как говорится, в зародыше пресекая этот вандализм, эту ненависть. И вот еще тогда мальчишкой я подумал – Бог ты мой, а вот если бы с нашими пленными так бы вот обходились, если бы их не бросали в застенки, если бы их не бросали в каменоломни, а вот так бы бережно, с оружием в руках, охраняли от воинствующей толпы. Увы, наверное, на это способен только русский человек. И вот, когда меня спрашивают, что является стержневым в вашем творчестве о войне, в журналистике, в публицистике или в поэзии, я всегда говорю, наш русский характер. Валерий Михайлович, будучи журналистом, я не могу не спросить вас о вашей журналистской деятельности. Расскажите, пожалуйста, о ней поподробнее, с чего она начиналась? Моя журналистская работа, моя работа военного журналиста, знаете, истоки ее коренятся, опять же, в моем послевоенном детстве и в моем начинавшемся стихотворчестве. Все началось с того, что я, как и многие мои сверстники, ну, у которых была тяга к перу, ориентиром выбирали что? Ну, естественно, нашу «Пионерскую правду» или радиопередачу «Пионерская зорька». Вот и я написал несколько стихов в «Пионерскую правду». Мое первое стихотворение было опубликовано, когда мне было 9 лет. А самое интересное, самое памятное – это то, что в переписку со мною вступил тогдашний литературный консультант «Пионерской правды». Я сейчас назову это имя, так сказать, и вы просто за далью лет должны оценить великодушие, великосердечие этого человека – Самуил Яковлевич Маршак. Вот он в одном из писем мне, взбалмошному деревенскому пацану, написал так: «Валера, в конце концов, можно не быть поэтом. Но у тебя неплохо получаются зарисовки о твоей школьной жизни, о твоих друзьях, товарищах, о твоих одноклассниках. Попробуй себя в профессии, которая называется журналистикой». И я попробовал сначала в «Пионерской», потом в «Комсомольской», потом, став солдатом, уже в окружной армейской печати, а потом, в конце концов, военная журналистика стала моей профессией.
Когда меня спрашивают, ну, назовите в вашей журналистской работе самое-самое памятное. Я всегда отвечаю, самое памятное – это моя военная журналистика, где и слово «военное», и слово «журналистика» – имена существительные. Да, профессия подарила мне радость встреч с летчиками-космонавтами, с нашими великими полководцами, с нашими героями войны и героями труда. Да, все это так. Но сколько же через блокноты прошло обыкновенных человеческих судеб? Судеб тех, благодаря кому мы сегодня живы. Мы сегодня живы независимо. И мы сегодня можем накануне 71-й годовщины нашей Великой Победы говорить в телекамеру то, что мы думаем. Скажите, пожалуйста, а в каких еще телевизионных проектах вы участвовали? 15 апреля сего года мне довелось быть приглашенным на «Поле чудес», где я, говорю так, я выступил с переменным успехом, я вышел в финал. Вы шикарно выступили, я вас видела лично. Понятно. Но в финале было такое слово, которое я даже не хочу сейчас произносить, и я, как говорится, остался за флангом. Но тем не менее, на Первом канале прозвучало наше с известным композитором, народным артистом России Александром Морозовым песня в исполнении лауреата международных конкурсов Алексея Хвацкого. Прозвучала песня «Честь имею». Хочу оставить на память нашему Одинцовскому телевидению недавно переизданный мой сборник «Тост за Россию», сборник стихов, пьес публицистики. Спасибо вам большое, очень приятно. Я бы хотел на память Одинцовскому телевидению вот этот сборник наших песен с народным артистом России Александром Морозовым, который называется «Разговор с судьбой». Одна из ключевых песен этого сборника – так и называется «Разговор с судьбой». В этом сборнике на момент издания 120 песен, сейчас у нас 140. Как говорится, жизнь идет, мы стараемся за этой жизнью поспеть. Пожалуйста, наши песни пойте с нами, пойте громче нас, пойте лучше нас. Скажите, а какие артисты исполняли или исполняют песни на ваши стихи? Я, наверное, начну с той великой певицы, которая исполняла. Тем более, что мы живем в год 70-летия этой певицы. Я, конечно же, говорю о незабвенной народной артистке России, о всенародно любимой певице светлой памяти Валентине Толкуновой. Почти на каждом концерте нашем звучит песня «Офицерская честь». Стихи вашего покорного слуги, музыка светлой памяти Леонида Даниловича Печникова. И должен сказать, что из трех человек, причастных к песне в живых, на сегодняшний день один сидящий перед вами. Так вот, на каждом концерте звучит эта песня. С экрана, как бы песней памяти начинается этот номер, с экрана запевает Валентина Толкунова, а продолжает уже на сцене ее брат, заслуженный артист России Сергей Толкунов. Интересна история этой песни. Написана она в наши, я даже не могу найти подходящую оценку, в наши крикливые 90-е годы, когда профессия офицера была исключительно не в чести. Я в то время был главным редактором журнала «Армия и культура», а музыкальным редактором у меня был композитор Леонид Печников. Но он известен как автор нескольких сюит и в основном как композитор, писавший песни для Алисы Фрейндлих. И вот однажды наш фотокорреспондент приносит снимок. Разъяренная толпа пытается сорвать погоны с майора-артиллериста. Мой музыкальный редактор кладет передо мной этот снимок и говорит: «Товарищ главный редактор, ваше отношение вот к этому».
Я говорю, отношение одно. Это мерзко, это отвратительно, это удар под дых стране через удар по ее армии. А чего же мы молчим? И вот он мне и подсказал идею, что надо сделать песню. Я написал стихи тут же в этот день, офицерская честь. Леонид Данилович положил это на музыку, и мы стали искать исполнителя. Да, к слову сказать, что Валентина Васильевна Толкунова была в нашей редакции «Армия и культура» членом общественной редколлегии. И я, естественно, на другой день, кому показать? Ну, конечно же, консультанту такого уровня. Я ей говорю: Варя, как ты видишь, вот кого ты видишь исполнителем этой песни? Она смотрит и говорит: а почему исполнителем, а не исполнительницей? Я говорю: ну смотри, как, а почему? Она говорит: да потому что я могу это сделать, как мой женский поклон нашему офицерскому корпусу. И запела. И запела так, что залы слушали стоя. Да и сегодня, когда звучит эта песня, залы встают. Встают памятью о войне и памятью о той певице, которая восславила воина. Сердце болью задело, это боль офицера. Выбрав точку прицела, бьет молва наугад. Но не молкнут гитары, ведь в душе вы гусары. Светом братства недаром ваши звезды горят. У вас мужское достоинство есть, и, конечно, отвага и честь. И что бы ни было есть, она есть офицерская честь. Ну, а из современных певцов нашей песни, уже написанной с Александром Морозовым, поет Анне Вески. Поет Александр Кальянов, поет Ирина Шведова, поет вокальный дуэт «Маэстро и Марина», это семейный вокальный дуэт. Скажите, а сейчас вы еще пишете, продолжаете радовать своих читателей? Знаете, не мною сказано, но очень умно сказано. Одна из прелестей поэзии – то, что она на пенсию не уходит. А когда меня спрашивают, когда вы начали писать стихи, и когда думаете заканчивать, я всегда отвечаю так, что начал писать в детстве и юности, не хватает ума, чтобы закончить в зрелости. Но поскольку издают стихи, поскольку их кладет на музыку такой маэстро песенной композиции, как Александр Морозов, я продолжаю писать. Сегодня, наверное, я прочитаю стихотворение, которое, как говорится, в тему. Вот уже 71-й год. Мы живем без войны. Все меньше и меньше тех, кто суровую правду этой войны утверждал штыком и огнем возмездия. И все больше нам подбрасывают всякого рода правд оттуда, где отсидели минувшую войну за двумя океанами и за обещаниями открыть второй фронт. Открыли тогда уже, когда, собственно, Красная Армия и без них была на коне. Так вот, на каждом из моих концертов меня просят прочитать стихотворение «Что такое правда о войне?». Я думаю, сегодня, в канун 71-й годовщины, это будет особенно актуально. Итак, мое видение правды о войне. Что такое правда о войне? Памяти щемящая истома, реквием в священной тишине, гулкие удары метронома. Что такое правда о войне? На земле взметнувшиеся грозы, наши устоявшие в огне лучшие солдаты и матросы. Что такое правда о войне? До поры отложенные книжки, в черной рамке батя на стене, разом повзрослевшие мальчишки. Что такое правда о войне? Левитан в грохочущем эфире, алые гвоздики на броне легендарных Т-34. Что такое правда о войне? Эшафот, не дрогнувшая Зоя в том своем последнем ноябре на ветрах студенных под Москвою. Что такое правда о войне? Горько, но в семье не без урода. Полицай на вражьей стороне.
трус и шкурник власовской породы. Что такое правда о войне? Только то, что будет жить веками. На высокой искренней струне нашу память гордо окликая, что такое правда о войне. Пусть расскажут прадеды и деды, те, что флаг в берлинской вышине над Рейхстагом вскинули победно. Что такое правда о войне? Тот парад под небом ярко-синим, легендарный маршал на коне, на виду у матушки России. Что такое правда о войне? Ты, живущий, помнишь ли доныне? Поклонись березовой стране за ее железную твердыню. Что такое правда о войне? Реквием в священной тишине, боль души щемящая истома, фото из семейного альбома, легендарный маршал на коне, алая гвоздика на броне и святая память о войне в гулком перестуке метронома. Браво! Валерий Михайлович, ну скажите, как вы считаете, ваша жизнь удалась? Вы довольны своей судьбой? Вполне. Несмотря на то, что на изломе войны в полугодовалом возрасте потерял отца, потерял мать, и тем не менее, я считаю, что я человек счастливой судьбы. Мой всегда житейский девиз был, есть и остается. Лучше сделать и пожалеть, чем пожалеть, что не сделал. И я делаю, пишу стихи, композитор кладет их на музыку, я участвую в концертах, и, к слову сказать, пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех тех, кто желает услышать хорошую песню. Я исключаю из разговора себя, когда говорю эпитетом «хорошее». Всех, кто хочет услышать хорошую песню, в конце концов, кто хочет услышать стихи, пожалуйста, приходите на наши концерты. Пожалуйста, приходите 9 мая в Большой концертный зал Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Приходите 19 мая в 19 часов в Большой Кремлевский дворец на юбилейный концерт Валерия Семина, в котором мне также посчастливилось быть приглашенным, и в котором я, наверное, ну, дай бог, буду участвовать. И с Днем Великой Победы вас, дорогие наши телезрители! А я бы хотел конкретизировать это поздравление. С Днем Победы, прежде всего, творцы Великой Победы! Низкий поклон вам, фронтовики, и низкий поклон вам, товарищ память о фронтовиках. 71 год без войны. Дай Бог и дальше. Все благодаря вам. Писать стихи Валерий Михайлович начал еще мальчишкой, в 9 лет. Будучи уже взрослым юношей, он твердо решил непременно связать свою судьбу с журналистской работой, которая стала основой его военной профессии. Прошел путь от корреспондента газеты Приволжского военного округа «За Родину» до главного редактора газеты Дальневосточного военного округа «Суворовский натиск» и главного редактора журнала «Армия и культура». И сейчас я предлагаю вам прослушать несколько стихотворений из подаренного мне Валерием Калинкиным нового сборника «Тост за Россию» из уст самого автора. Хочу, чтобы мы никогда не забыли, где русскому сердцу милей. Согреют в Иркутске, а зябнешь в Севиле, простынешь на Сене и даже на Ниле. В Иркутске-то нам потеплей. Хочу, чтобы всюду об этом бы знали. Отечество греет маня. Вдали от России, покуда не ждали, и хлебом да солью пока не встречали еще ни тебя, ни меня. Хочу, чтобы сердцу не знать угомону вдали от родимых широт, чтобы рядом с березками снились нам клены, чтобы он заливался малиновым звоном над речкой детства восход. Хочу, чтобы всюду нам виделись зримо, пожившим ли и молодым, уральские ели и яблони Крыма, костер на закате и кружево дыма, он сладок, отечество дым. Хочу, чтобы чаще звенели бокалы, прохладные чуть от вина, за русскую доблесть, что крепнет с веками,
за гордую славу, что в битвах снискали, за нашу за Русь и до дна. Не ошибся ценой фронтовик. Он воевал совсем не за награды, и по ранению не покинул строй, и выпал жребий, как ему и надо. При орденах пришел солдат домой. Те ордена, те честные медали, за боевые славные дела солдат войны на праздник надевает, как в огневые годы надевал. Ходил в строю или хаживал вне строя, но ордена медали на груди. И как-то раз ему навстречу трое. А ну, дедок, маленько погоди. Их было трое, тормозов не знавших, из тех, кого не сеют и не женут. Послушай, дед, продай свои медяшки, за них бабло фартовое дают. А мы в подсчетах как, не ошибемся? Привстал солдат, суров, неукротим. Боюсь, ценой мы с вами не сойдемся. Я со страной дороже заплатил. Вы на крутых житейских перекатах, среди тревог, волнений и забот, не забывайте старого солдата, когда вам кто-то цену назовет. За ордена, за знаки и медали, за Курск, Орел, поверженный Берлин, за все за то, что мы перестрадали, за подвиг, что рублем неизмерим. Я попрошу прощения за дерзость, но горько мне и стыдно за страну, где добровей откормленная мерзость нам назначает цену за войну. На этом наша передача подходит к концу. Еще раз хочется поздравить всех со знаменательным и главным праздником нашей страны – с Днем Победы. Мы помним и гордимся героями фронта. С вами была Екатерина Старосветская. До новых встреч на канале ОТВ.